Ковер Габба. Ковер Габба. Это вышивали шерстяную ткань тамбурным швом. Зимой. Вот висят два красивых ковера Габба. Габба. Что значит ковер Габба? Тамбурный шов. Я теперь поняла, что такое тамбурный шов. Вот он. У меня мама тоже умела вышивать таким швом. Только не помню, как она его называла. 1950 год. Это, видимо, они в 1950 году готовились к этой выставке.